Текущее поколение Audi Q8 на рынке уже около 5 лет, но несмотря на его довольно свежий и современный дизайн, немецкий производитель представил рестайлинговую версию авто, чтобы модель и дальше оставалась актуальной на фоне главных соперников, в числе которых легендарный BMW X6. Отличить новинку проще всего по обновленной решетке радиатора, новым фарам, переработанным бамперам и задним фонарям, которые получили новую графику и три режима отображения. Также стоит отметить три новых цвета и пять вариантов оформления колесных дисков размером от 21 до 23 дюймов. В интерьере тоже произошли небольшие перемены, среди которых улучшенная контурная подсветка, другие материалы отделки, новые варианты обивки и несколько новых систем безопасности. Обновленные кроссоверы будут доступны для заказа в Европе уже в этом месяце. Цены на базовую версию 45 TDI начнутся от 86 700 евро. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!